Сегодня в половине 7 утра во Владимирской области произошла авария. Один из участников столкновения автомобиль из Чувашии, Chevrolet Aveo, за рулем которой находился нижегородец, столкнулся с газелью. Как сообщается на сайте управления ГИБДД по Владимирской области, водитель иномарки предположительно заснул за рулем. Со слов водителя газели, иномарка внезапно начала вилять на ровной дороге и вылетела на встречную полосу движения. В результате ДТП 37-летний пассажир Chevrolet и 18-летний пассажир газели погибли от полученных травм. Еще 4 человека, оба водителя и 2 пассажира из автобуса и легкового автомобиля, госпитализированы в больницу скорой помощи Владимира. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.